На внушительном участке земли среди диких зарослей борщевика притаилась целая плантация конопли. Запретная территория была выявлена сотрудниками УМВД по Ленинскому городскому округу и бдительными жителями близлежащих домов. Габаритная техника довольно быстро навела порядок на участке с дикорастущей коноплей. Однако на ближайшей территории оказалось немало отдельных островков с растениями вне закона. Ни один куст не остался без внимания участников рейда. Администрация Ленинского городского округа большое внимание уделяет популяризации здорового образа жизни, недопущению вовлечения населения округа в противоправную деятельность, одним из видов которой является незаконный оборот наркотических средств. Профилактическое мероприятие, направленные на уничтожение посевов дикорастущей конопли. Около тонны дикорастущей конопли уничтожено в ходе совместного профилактического рейда. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.